Златочка, тебя уже можно поздравлять? Ты уже принимаешь поздравления, да? Да. Так, держи тогда. Вау, дорогущая, да? Да, отлично, отлично. Шум не поднимайте. Мы тут аккуратно идем. Не-не-не. Итак, смотрите, ребят, видно кольцо? Да. Отлично. Итак, Злата, ты будешь охранять мамино кольцо, хорошо? Смотрите, закроем. Смотрите внимательно. Руку сюда. Вторую руку. Это отвлекает. Ага. Накрывай второй рукой сверху. Широко улыбайся. Повернись к зрителям. Это минут 20 займет, не уходите, дети. Тихо. Тихо. Не двигайтесь. Если... Я что-то почувствовала, Злата. Правильно, но пока не двигайтесь. Если все получилось, ребята, что должно быть здесь? Посмотри. Пусто, открывай, покажи всем. Есть что-нибудь? Есть кольцо мамино? Покажи всем. Нет, у нас получилось. Завязан на бантик. Видно, ребят? Видно? Готовы? О, часы! О, это часы, почти как у вас. Ребят, приподниму часы, посмотрите, что под часами. Ничего. Ничего. Поэтому повод немножко сложнее, давайте руку. Положим часы сюда. Ребят, видно часы? Видно. Смотрите, двумя пальчиками я откручу заднюю крышечку, и мы увидим, что внутри часов лежит колечко. Себе забрала. Еще одна. Мирослава, посмотри туда. Еще одна. На кулачок. Понарошку. Кстати, на понарошку. Как ты это сделала? Идем. Посмотрите, что он мне подарил. Это шкатулочка. Как думаете, для чего она? Ладно, мы ее склеим. Держи. Ножками потопали, ручки вверх подняли, покачали, покачали и покричали. Произносим волшебные слова. Тудим. Вот, и собираем пузырики. Собираем.
Почему мороженое приготовили? Конечно, вкусное! Вкусно, блин! Ну, давай, давай! Только все вместе нужно как следует потереть лампу Аладдина, друзья! О, принцесса, ведь ты мечтать не смела с давних пор. Уже ты чудес немало встретишь ты, тут мы с тобой летим, куда хотим. Красивые и верные друзья. А мечты сбывались, и все вокруг улыбались.